Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Сегодня я расскажу вам, как произвести замену в замке Cheese Revolution Pro. Это замок с блокировкой под переламывание, от вынимания цилиндра. Поэтому очень важно, чтобы ригеля находились в замке. Это самое важное условие при такой замене. Все остальное делается очень просто. Торцевой винт выкручивается примерно, чтобы он выступал на 15 мм из замка, плюс-минус. Затем делайте вот так. С внутренней стороны вставляете ключ. И если у вас внутри ключ, если барашек, то это делайте барашком. Поворачиваете на 30 градусов ключ немножко. Вынимаете цилиндр. Затем берете постоянный цилиндр. Опять-таки выравниваете, чтобы кулачок выровнялся. Вот мы и поворачивали ключ на 30 градусов, чтобы выровнять положение кулачка. И ставите в замок. Иногда, допустим, при вынимании цилиндра может немножко сбиться механизм замка, поэтому в данном случае ничего не произошло. То есть его можно поправить отверткой изнутри. Это видно, что он там немножко, шестерня немножко смещается. Ставите цилиндр. Убеждайте, что на своем месте. И закручиваете винт. Винт должен идти без усилия. Все. Замена произведена. Все очень просто.